Однажды медсестра Мишель Смит, сотрудница организации по контролю за животными в Андерсоне, получила телефонное сообщение о лающей собаке на дне крутого оврага. Сразу после получения звонка женщина отправилась на место происшествия. Она спустилась по крутой насыпи вниз и нашла собаку породы шицу, запутавшуюся среди веток колючего кустарника. Но приглядевшись более внимательно, женщина поняла, что собака была не одна. Оказалось, что она защищала и оберегала крошечного котенка, который питался собачьим молоком. Мишель решила, что собака нашла этого котенка у ручья и специально спустилась за ним вниз с насыпи, услышав, как он мяукает, а выбираться с ним наверх не стала или не смогла. Это объясняет, почему парочка находилась в таком неудобном месте. Котенка же, вероятно, кто-то просто выкинул или того хуже, хотел утопить. Мишель отвезла животных в свою организацию, где собака продолжила заботиться о своем усыновленном котенке, ухаживала и убирала за ним, как мать. Собаку назвали Голди, а котенка — Кейт. И в один прекрасный день эту пару забрали в любящую семью. Это один из примеров того, почему я люблю свою работу, написала Смит в своем отчете. Но самое удивительное в этой истории ⁇ результаты обследования собаки, которые показали, что у нее никогда не было своих щенков.